Say no to bed. Say yes. It's time. Say no to bed. Say yes to med. Say no to obsession. Yes to imperfection. No to doubt. Take a dive. Yes to let it all out. Say no to never. В эфире телеканал «Это НТВ», программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, Александр Гурарье, и с нами журналист из Соединенных Штатов Америки, Нью-Йорк, РУСА и радио, Кирилл Задов. Кирилл, рада приветствовать вас наконец-то в студии. Спасибо, мы обычно приятно. Беседуем с вами на расстоянии, и тут вот такое приятное стечение обстоятельств. Да, оказия, вы в Израиле, и мы с вами беседуем живьем. Кирилл, ну, понятно, что человек, который живет и работает в Соединенных Штатах Америки, то есть первое, о чем я хочу вас спросить, это, естественно, реакция Соединенных Штатов на доклад Владимира Путина, на его, так сказать, ракеты, которую он там потрясал. Как воспринимают Соединенные Штаты? Я сейчас имею в виду не генералов, а вот эстеблишмент и простых, так сказать, граждан, ваших слушателей. Я думаю, что слушатели нормально реагируют. Если вы посмотрите, ведь это послание, оно примерно продолжалось 1:58, 1:56, что-то такое, то там в основном-то, когда дело доходит до горячего, горячее было в самом таком уже ближе во второй половине этого послания, и надо еще было досидеть до этого момента. В основном там было очень много внутрироссийской специфики, учителя, медицина, экономика, очень было много вещей, которые на 6 лет, это было стратегическое же выступление, это же предвыборная кампания, избирательная кампания же идет все-таки, вот, при этом... Учитывая, что он болен, это видно и слышно, и он постоянно... Знаете, когда человек теряет голос, это слышно, потому что он... Известно было, что он болел, что у него был грипп, об этом и Песков говорил, и вот он постоянно кашлял, он прочищал горло, ему было сложно говорить, тем не менее, такое длительное выступление, удивительно, силы хватило на него. А наша реакция с нашей стороны была, на мой взгляд, это то, что по-английски называется overreaction, это немножко больше, чем... То есть, смотрите... Ничего такого, никакой угрозы прямой, конечно, не было в этом послании. Да, есть новые средства определенные. Когда-то Горбачев еще, помните, когда Рейган задумал «Звездные войны» и был проект, тогда Горбачев, я помню, выступал, это уже было, это было до после Рейкьявика. Он выступал и сказал, что я сказал тогда Рейгану, сказал Горбачев, я помню, как сейчас этот момент, 86-й год. Он сказал, я Рейгану сказал, что если Америка будет настаивать на «Звездных войнах», то мы, у нас есть ответ, очень дешевый ответ, который сведет на нет все ваши траты. Вы просто потратите ваши деньги, огромные, многомиллиардные ваши затраты пойдут впустую. Нет смысла это делать. И вот что-то такое сейчас, в принципе, и произошло. То есть дорогостоящие противоракетные системы обороны, которые для российских ракет будут как бы не преграда, не проблема. Потому что deterrence, да, сдерживание, должно работать. Понимаете, наш мир, он основан на доктрине взаимного ядерного уничтожения, гарантированного. И если нарушается эта схема, это понимает даже, по-моему, сегодня ученик high school, да, ученик старших классов должен понимать, что ваша система противоракетной обороны, наша в данном случае, она является угрозой, если вы можете, для меня угроза, если вы можете перехватить мою ракету, я не могу вам ответить на ваш ядерный удар. У вас создается, по крайней мере, иллюзия того, что, безнаказанность. Да, что вы можете нанести первыми удар и не получите за это ответ. То есть тогда уменьшается... сдерживание и доктрина гарантированного уничтожения перестает работать. Если так, это, естественно, нарушает общую систему, общий баланс, balance of power, да, это нарушает систему безопасности, взаимных сдержек, противовесов и так далее. И это не должно так быть, иначе мы все начинаем жить в более рискованном мире. Буш, младший, вывел Америку из этого договора. Путин сказал в этом послании, он же начал с предыстории, как всегда, понимаете, мы живем в постмодернистское время, в это время нарратив очень важен. И Путин все время на этом нарративе, он все время в этом рассказе находится. И много, и правда ведь предлагали в Азербайджане использовать для противоракетной обороны РЛС, да, ракетно-локационную станцию. Американцы отказались, рассказали про геометрию. Я помню тогда все эти разговоры, что слишком угол неправильный, чуть-чуть то не это, для нас это не устраивает, мы хотим в Польше, мы хотим в Чехии, мы хотим сейчас в Южной Корее, ну, и теоретически, конечно, мы можем, нам же надо защищаться от Ким Чен Ына, по большому счету, правильно, он же угрожает иногда нам. Теперь, а то, что попутно наша противоракетная оборона закрывает пол Китая и всю Камчатку и весь Дальний Восток,
там на Южной Корее, на Корейском полуострове, это же уменьшает возможность потенциального ответа ядерного России. И это угроза, и это, на эту угрозу надо реагировать. Поэтому все эти новые ракеты, которые были сделаны, особенно меня удивила, конечно, крылатая ракета, которая, мультик, который нам показали, очень интересный, вот, которая облетает наше ПРО, оно, я считаю, это... Но это не угроза, это... Ответ адекватный на ту... То есть, это асимметричный пример асимметричного ответа, да? То есть, да. Россия не может лоб в лоб тягаться в плане, ну, финансовых возможностей, абсолютно, то есть, затрат, абсолютно, но делается асимметричный ответ, который как бы сводит на нет вот эту вот систему дорогостоящую. Вы понимаете, это как... Почему такой скандал поднялся? Ну, причем, вы же понимаете. Скандал сначала был такой... Все это ерунда, это вообще все сказки, это мультики, и нам это не страшно. Но с другой стороны, мы сейчас начинаем обзванивать партнеров в Европе, партнеров там... Истерия сильная, слишком, да? И так. Она же была и так. Россия вмешивается в выборы, Россия влияет на социальные сети для того, чтобы изменить мнение американского избирателя. Слава богу, еще пока не нашли, что Россия пыталась якобы, да, вмешиваться в избирательный процесс непосредственно голосования. Этого нет, ничего, доказательств никаких нет. Плюс у нас 50 штатов, и каждый штат имеет свою систему, и это было бы странно предположить, что Россия бы на таком уровне, да, на таком микроуровне могла бы регулировать результаты голосований. Может быть, в 2020 году это будет возможно, я не знаю, но теоретически как бы истерия идет все время, и есть же разные средства массовой информации, есть те, которые совсем антитрамповские, понятно, что они, есть CNN, которые... То есть, эта истерия направлена, это проявление... с одной стороны, против России, но больше она направлена против самого Трампа. Я не знаю, насколько сейчас в этом конкретном месте это связано, но это как бы логично продолжить, вы понимаете, уже раз Россия такая плохая в этом... И вот же она еще угрожает нам своими новыми ракетами, вот же как хорошо, очень удобно. И дальше, это очень хорошо подходит и республиканскому истеблишменту, и демократическому истеблишменту, и журналистам, которые обслуживают интересы, естественно, этих групп достаточно влиятельных и финансовых, и политических. То есть мы говорим здесь, на мой взгляд, мы говорим здесь о таком достаточно продуманном расчете. И военные скажут, что смотрите, я думаю так. Да. Дайте-ка нам еще денег. Вот же Макмастер уже все сказал. И Трамп же уже сказал. Вы вспомните, что Обама сделал. Обама в течение 8 лет, у него был дил, у него была договоренность с республиканским конгрессом, что если потолок долга государственного поднимается, и никаких антидефицитных мер не будет принято, то потом в течение 10 лет 50 миллиардов будет списано. То есть полтриллиона будет списано в течение 10 лет из бюджета Пентагона. Бюджет Пентагона 674 миллиарда долларов в год. Это даже нельзя себе представить, что это такое, что можно сделать за эти деньги. Это невозможно представить себе, что такое 74 миллиарда долларов. Теперь представьте себе, как только Трамп зашел, первое, что он сделал, он начал кормить ВПК сразу. Эти 50 и еще сверху 50. То есть мало того, что они отыграли назад то, что сделано было при Обаме с жутким боем с республиканцами, договорились тогда, они отыграли все назад и еще дали больше денег. И надо, вот же идея ядерного перевооружения США замечательная, вот она, зачем это надо? Это нужно сейчас такие деньги из бюджета потратить. Ради чего? Вы же понимаете, что ядерные возможности этой страны и России достаточно и той, и другой силы для того, чтобы весь мир 20-30 раз уничтожить. Какими бы якобы устаревшими ракетами не пользовались эти страны. Но это... Кирилл, секундочку. У меня такое складывается впечатление, что вот специалисты, эксперты, которые писали речь Путину, может быть, они вдули с ними, то есть с американцами, то есть все заинтересованы. Чем более грозная будет речь, тем больше денег можно будет отыграть. Ну, ВПК всегда интересуется деньгами, мы же понимаем это. Но у России есть определенные, то, что по-английски называется comparative advantage в вооружениях. Ракеты, вы понимаете, это как, опять же, то, что я пытался сказать. Ракеты и против самолета, это как... Раньше броня против пули не пробивая, броня против снарядов в начале 20 века. Правильно, было соревнование. У России есть определенные технологии и возможности дешево делать очень качественный товар. Ракеты. Все-таки Циолковский был русский человек. И понятно, что определенные ракетные технологии, которые есть у России, они есть у России. Это нельзя у России забрать. В России есть несколько вещей, в которых у России всегда есть сравнительное преимущество, говоря по-русски. Да? Это турбины атомные. Так как Россия за те деньги, за которые Россия может сделать это оборудование, никто в мире больше не может такие деньги. Могут делать французы, могут делать немцы. Это будет намного дороже. И качество, насколько оно будет лучше, это вопрос. Это будет намного дороже. Автомат Калашникова, мы же понимаем, правильно? Танки.
Есть определенные вещи, которые в России еще из-за Сталина были созданы в какой-то момент, экономика, будто это оборонная, да, им была создана, она работает до сих пор. И это работает. То есть то, что Россия может сделать ракету «Калибр», которая стоит 200 тысяч долларов, а наша ракета, наш «Томагавк» стоит 2 миллиона. Ну, я сейчас очень грубые цифры, да? Ну, понятно, да? То есть десятикратное, кто-то говорит пятикратное соотношение цены, кто-то говорит десятикратное соотношение цены, сложно посчитать. Но суть в том, что один пуск ракеты «Калибр» 200 тысяч долларов, а «Томагавк» от миллиона до двух. И ничего с этим нельзя сделать. Какова вероятность попадания в цель? Это уже военные эксперты вам скажут, какая ракета более надежна. Но суть в том, что это очень серьезная демонстрация силы, когда вы можете себе позволить из наземного базирования, из морского базирования стрелять по 200 тысяч, или по миллиону, или по два. Большая разница. А военным все это нравится, потому что это деньги, вы понимаете. Деньги в любом случае. То есть, в принципе, да, истеблишменту, конечно, выгодно. Но у России есть серьезные финансовые, экономические, имею в виду, ограничения сегодня, то, о чем и Путин сам говорил. Где взять деньги? И дальше начинается, где взять деньги? Где взять деньги? Кирилл, а как на ваш взгляд, я просто этот вопрос задавал целому ряду своих собеседников и журналистов, экономистов, вот этот вот доклад Путина, то есть вот я имею в виду сейчас вот ту часть, которая направлена… Про войну? Да, про войну. Можно ее расценивать как просто, вот он сообщил, показал и сказал, что вот ребята, бойтесь, то есть я, да не сказал, мы, ребята, так, мы не так просты, либо это сделано с целью для того, чтобы сказать, вот видите, у нас есть ответы на ваши все вопросы, а давайте-ка сядем теперь договариваться. Ну мы же уже давно это, Россия давно это говорит, что Ялта-2 неплохо бы, Потсдам-2 неплохо бы, уже пора сесть за стол. Но с нашей стороны, с американской стороны нет возможности Почему? Сесть за стол. Но они его задушат совсем. Они в смысле… Они пытаются… То они, есть Трамп как бы не давно против сесть за стол? Да, конечно, они пытались. Вы уже не помните на G20, когда… Не на G… Что это было в Юго-Восточной Азии последняя? Атаковская встреча. Когда и та, и другая сторона четко сказали, что мы хотим полномасштабную встречу 2-3 часа, а им дали 20 минут на ногах, их аппараты. И это саботаж, катастрофа. Это катастрофа, когда лидеры с двух сторон хотят провести полномасштабную встречу, им не дают это сделать. Это катастрофа. Это беспрецедентная ситуация. Им надо 2-3 дня сами. Но в сегодняшней ситуации, если Путин пригласит Трампа в Москву, он поедет? Это большой вопрос, я очень сомневаюсь. Ну, а на нейтральной территории? Какая разница? Ну, хорошо, в Рейкьявик на 2 дня поедет. Рейкьявик уже, кстати, сказал, что мы очень бы хотели провести повторную такую большую встречу. Ну, поедет Трамп? Я очень сомневаюсь. Он сегодня может себе позволить при том расследовании, которое ведется при этом тяжелом дыхании в затылок, которое он чувствует, то, что делает Мюллер. Они же, Мюллер, вы же понимаете, я говорил вам раньше, это сбитый летчик, которого вытащили, посадили делать дело. И теперь он роет землю, чтобы доказать, что то, что его вытащили из небытия, из пенсии его сняли, привели его. Он стал ньюсмейкером номер один. Он теперь будет в любые вещи делать только для того, чтобы показать, насколько он важная персона и насколько оправдано то расследование и те средства, которые на это идут. Вы понимаете, и независимо от того, что он республиканец и что он был назначенцем, если не ошибаюсь, Буша-младшего, и по идее он должен всем быть, он будет беспристрастно делать то, что он будет делать, и все сделать только для того, чтобы оправдать вот эту вот всю работу, которую он ведет. Очень бурную деятельность. То есть складывается парадоксальная ситуация, если я правильно вас понимаю, что есть два лидера двух великих держав, которые в принципе хотели бы встретиться и хотели бы начать переговоры. Они оба понимают, что продолжение вот того, что сейчас происходит, это путь тупиковый. Ну, в этом лучшем случае. Аппарат, да. Один и второй не позволяют им это сделать. Это что получается? Не только это. Также саботируют иногда военные эту ситуацию. Вот в Сирии мы же видели последнюю ситуацию, нехорошую. Вы имеете в виду что? Ну, ЧВК Вагнера? Ну, например. То есть, бывают периодически ситуации, когда угроза попадания под… Понимаете, слишком маленькое пространство, где взаимодействуют очень серьезные вооруженные силы с той и с другой стороны. Штабы есть координационные, я не знаю, там с Оманом Москва контактирует, в Омане там американская, как это происходит. Я логистику эту, к сожалению, не знаю, но я понимаю, что мы в принципе все время в сирийской ситуации, Сирия вообще очень опасна, и мы все время находимся на волосок от реального столкновения вооруженных сил двух стран. То есть зачастую случайно? Ну, все может быть, понимаете, слишком мало места, и небо, оно
там тесно очень. Ну, это, в общем-то, то, что все время боится Израиль, и наши постоянно действуют в серьезном контакте с российским штабом ВКС, да. Именно чтобы избежать вот этих вот нежелательных столкновений. И тут мы приходим к другому вопросу. Как долго еще это взаимоотношение вот такого тесного сотрудничества смогут продолжаться? В зависимости, если кто-то сейчас, не дай бог, что-то случится с премьер-министром здесь, и все, и следующий человек. Мы, да, мы же слышим, да, если мы слышим, что Лапид говорит, что надо жестче себя вести с Путиным. Понимаете? Надо жестче себя вести с Путиным. Я думал, пока в оппозиции он может сказать. Да, но надо жестче. Кресло, мы должны сказать, он, я слышал прямо его, прям, мы должны сказать Путину, что нам надо. Он объясняет. Это смешно. Вот. Поэтому тут как бы сложная ситуация. Он и Трампу также скажет, что нам надо. Конечно, да-да. Но это они все говорят, пока они не садятся в кресло. Они садятся в кресло, там все поменяется, сразу моментально все меняется. Ну, да. Но меня как бы больше волнует вот этот момент, что саммит провести невозможно. И нет даже примерных сроков, когда это будет. Заметьте, заинтересованность есть, а не даже примерных сроков, когда такой саммит. Как можно без этого решить вопросы? Столько вопросов. У нас есть Афганистан, где нам нужна российская помощь. По крайней мере, совместные действия. У нас есть Сирия, где мы бы хотели, скорее всего, закрепиться для антииранской работы. И мы думаем, Россия, что... Россия, похоже, тоже уже начинает... С Ираном есть проблемы. То есть Ирану, да, Иран достал всех. У всех, потому что Иран проводит самостоятельную политику. Смотрите, это отдельная история, это большие очень вопросы здесь. У Ирана свои национальные интересы, как любое суверенное государство, оно имеет право их проводить в жизнь. Теперь вопрос, насколько можно сейчас все национальные интересы всех этих крупных участников игроков увязать, включая израильские интересы. Вот на этом маленьком клочке земли. Вот. И это важные вопросы. Как можно без саммита это решать? Знаете, что я думаю? Я всегда говорил, что такое впечатление, так, на него уникальной позиции находится. У него есть уникальный контакт личный и с одним, и с другим лидером. И он может делать разные вещи сейчас в этой ситуации. То есть вы считаете, что наш премьер-министр Бениамин Нетаньяху может выполнять роль определенного посредника, посредника между Путиным и может. Трампом? Никто же не может ему в этом его обвинить, во-первых. Во-вторых, вы же понимаете, что все, весь американский политический истеблишмент, мы говорим, весь, мы имеем в виду всех конгрессменов и членов палаты представителей, и сенаторов, ни один не может себе позволить пройти против АИПЭК, который реально лоббистская структура про... Даже не про Ликут, а про Нетаньяху конкретно. И вот сейчас, по-моему, было выступление на АИПЭКе. И это видно. Вы понимаете? Это четко всем понятно. Давно уже разные антисемитские профессоры об этом писали в Америке, что у нас прям тут, прям Израиль радуется, потому что такая структура мощная, которая на него сегодня работает, она реально имеет силу не переизбрать любого конгрессмена, если он выходит против и выступает каким-то образом против произраильской линии американской внешней политики. Кирилл, ну вы считаете, что в ближайшее время невозможно никакие, так сказать, положительные... Между США и Россией? Да. Нет, да. Пессимистично настроен, к сожалению. Я был оптимистично настроен в январе 2017 года. И то у меня были определенные из-за, опять же, из-за истерии, потому что я слежу за ней. Только-только начинает отходить на второй план антироссийская истерия. Как только Мюллер тут же что-то подкинет туда, и опять начинается с новой силы. И поверьте. Ох уж этот старина Мюллер. Ну там не только он, там много, на него там нет. Много. Демократы, сенаторы, члены палаты представителей. И ничего не получается, как, чтобы эту волну сбить. Видимо, эта волна выгодна. И для медиа выгодно, и плюс Трамп сам периодически начинает писать твиты, вы же знаете. Он пишет твиты, и в этих твитах он начинает набрасываться на Мюллера, он начинает обвинять это расследование в его неактуальности, в пустой трате денег. Нетаньяху тоже делает подобные вещи, когда идет расследование. И как мы знаем, это ошибочная линия поведения. Нельзя. Потому что это раздражает тех, кто проводит это расследование и заставляет их работать с удвоенной силой. Зачем же? Понимаете? Ну, это такая штука. С другой стороны, мы видим, как Нетаньяху держится. Молодец. Вот же он молодец. Несмотря на все. Но это взгляд со стороны. Со стороны. Мы как бы вот изнутри смотрим на это немножко по-другому. Ну, целый ряд людей. А, молодец он или не молодец покажет в ближайшее время. Нет. Будут выборы, не будут выборы. Ну, скорее всего, да. Передадут все его многочисленные дела в суд, не передадут. Точнее. Все зависит от Мандельблита, правильно? Но когда, то, если только, обвинения будут только. Выдвинуты, ему, скорее всего, придется ведь уйти, правильно? Да, или он успеет сделать выборы до того, для и того, что, чем чтобы... это поможет? А это отложит все далеко. И... Но это уже другая тема, другая опера. Спасибо большое, спасибо за этот интересный взгляд, такой необычный, нестандартный, на взаимоотношения двух великих держав и двух великих руководителей этих двух великих держав. Это
сегодня серьезная, большая-большая проблема, то, что мы сегодня наблюдаем. Я надеюсь, что в ближайшее время это как-то начнет разруливаться. То есть, может быть, все-таки эти руководители найдут в себе силы, чтобы, знаете, как вот бывает вот на многих картинах, там медведь, которого облепили собаки, встряхивает плечами, собаки разлетаются, да, в разные стороны. Да, но Путин уже все реверансы необходимые в сторону Трампа сделал. Последние полтора года мы наблюдаем невероятные прям сдержанность с российской стороны. Я наблюдаю, я вижу, несмотря на все вот эти вот плевки, которые с этой стороны океана летят туда, несмотря на достаточно недружественные действия, скажем так, явно, на разрушение, размытие всех-всех договоренностей, которые были. И, кстати, он в этом выступлении сказал и про тот договор, который Медведев с Обамой подписал в 2010 году, New Start, по-английски это называется, СНВ-3. Это как бы не, ну, фактически размывается сегодня. Это плохие знаки, они очень нервируют. Это очень нервная ситуация сейчас. Хотелось бы, чтобы два великих лидера нашли в себе силы это сделать. Трамп в данном случае, мне кажется, что мяч все-таки на американской стороне. Да, Путин все-таки меньше подвержен влиянию своего окружения, конечно, тоже влияет, но все-таки у него самостоятельности чуть побольше. С другой стороны, знаете, если вы последние 17 лет лили грязь на страну какую-то, да, и в средствах массовой информации было очень много негатива, то сложно вдруг развернуться на 180 градусов и сказать: окей, а теперь мы дружим. Хотя в российской истории такое бывало. Они пытались, когда была предвыборная кампания Трампа, все же говорили: Трамп наш. То есть, да, пытались развернуться, но вот не совсем получилось. Ну что ж, посмотрим, хватит ли у них сил, у великих руководителей, великих держав. Будем надеяться. Спасибо. Кирилл Задов, Ройсай Радио, город Нью-Йорк, спасибо большое. Спасибо. И счастливого полета. Спасибо. А мы прощаемся с вами, программа «Тема дня». Всего доброго, до свидания.